Церемония с утра. Мини-вариация русской. Да. Да, мы завариваем чай пуэр. Для кого-то это что-то говорит, 2006 года. Вот. А в традиционной китайской чаше гайвань, где основа земля, крышечка неба, а посередине человек. То есть в таком положении мы находимся в гармонии. Угу. Сливаем чай в чашу справедливости, в сливник. Настой в этой чаше перемешивается, и каждому участнику церемонии остается равный по консистенции настой. Сейчас у нас Алексей будет загадывать желание. Мы ему нальем чай в такую двойную пиалу, где высокое – это мужское начало или небо, а женское – это… Ой, а низкое – это, получается, женское начало или земля. Наливаем чай. А пролить не специально в Китае считается к изобилию. Специально не считается. И вот в таком положении, когда небо находится под землей, это неправильное, негармоничное сочетание. Нужно взять вот таким вот образом и перевернуть. Вот, теперь мы передадим правильно Алексею. Он должен это сам сделать. Так, переворачивай. И можешь для удобства пока поставить. Теперь потихонечку открывая вот эту чашу, считай бульки. Если у тебя, ну загадай желание прямо сейчас. Если у тебя будет 8 или 9 булей или больше, то желание сбудется. Тимофей сделал это, у него желание сбудется. У него получилось 8 булей. Потихонечку. Булечки едут. Сколько? 9. Молодец. Аккуратно. 9. Теперь из нижней чаши можно пить. А верхнюю понюхать. Здорово, здорово. Очень интересно. А ты налила в другую себе, да, получается? Угу. А это что за чаша? Ну, мне просто очень нравится эта чаша, я ее сразу полюбила. Угу. Вот. Ну, получается, можно использовать и обычные чаши, я не знаю почему. И вот такие интересные двойные пиалы. Угу. Причем они не используются по отдельности, то есть это вот как инь-янь. Угу. Здорово. Всегда вместе. Ну так, вот теперь мастер-класс по чаепитию. Это очень интересно, первый раз. Я знала про эти наборы, но никогда не знала, что это означает. Вот штуки. Очень красиво. Спасибо тебе большое. Еще одно открытие. Mm-hmm. Все так просто и понятно. Причем, мне кажется, это очень похоже на славянские какие-то, да, вещи. Да, что земля, небо, вот это же тоже. Мужчина, женщина, земля, небо.